Что с чердаком? О, вроде заперто. Что значит вроде? То ли снаружи, то ли изнутри. Все, пошли наверх, там его встретят Градов. Пойдем. Погода-то вроде нелетная. Максим Александрович. Ну а кто же? Извини, Гагарин, полет отменяется. Как чувствовал, не мой день. Он сказал, поехали. Помнится, клялся Гагарин своим собственным скальпом, что больше никаких побегов. И не стыдно тебе, Гагарин, а? И как насчет скальпа? И здесь обманул? Обманул. Ну-ка, дай-ка сюда. Вот это на память. Так, ну все, хватит представления, давай покой его. Слушайте, Владимир Ильич, можно я сразу домой? У меня жена недавно из командировки приехала. Вот. Соскучился? Вот довезем до отдела, там поговорим. О, барана. Эй! Да зачем я почти до третьего уровня дошел? Я тебя по шконку сейчас закачу, ты понял? Ты что, не видишь, перед тобой люди стоят? А ты тут свою пеликулку мацаешь. Извините, заигрался. Смотри, не доиграйся. Пойдем-ка перетрем. Тема есть. Ну, двигай, давай. Давай, давай, иди. Слышь, братва, потрещать надо. Слышь, кореш, слух прошел, что тебя в Питер переводят. Нахрена? Не знаю. Не знаешь? Отрабатывать всякие хищения через интернет. Они, видимо, хотят теперь поесть на меня всех окнуты деньги за 10 лет. Но после того, как ты 60 миллионов увел, не мудрено. А знаешь, почему тебе тут сидится хорошо? Почему тебя не трогал никто? Почему? Потому что малявушка на тебя пришла. Какая малявушка? Охранка, не трогать тебя. Я ничего не знаю. Зато мы знаем. И нам по барабану, чем вызван такой почет. Серьезные люди просили. А на этап пойдешь, там другие расклады. Я же говорю, я в этом ничего не понимаю. Короче, если хочешь, чтобы все и там было ровно, придется забашлять. Да у меня нечем. Ой. Да я правда вам говорю. Че, нас вообще не уважаешь? Что за шума, драки нет? Наши дела, мерза. Разговариваем. Забирай своего кореша и поговорите в другом месте.
Не надо так, мерза, ты за базаром следи, у нас тут не стадо. Да ну? Да. А по-моему, вы стадо. Все путем, пошли отсюда. Что нового? Все. Пока я в бригаде трубила, половина следователей сменилась. Некоторые даже спрашивали, кому меня вызвали? Думали, что я свидетельница. Текучка. Угу. Делами нагрузили уже? Дали одно убийство. 10-летней давности. С чего вдруг? Клиент сидит давно, а тут еще информация всплыла. Там вообще заволокичено все. Сложно будет доказать. Серьезный клиент? Отморозок. 17 лет дали, 11 уже отсидел. В анамнезе грабежи, убийства, разбои. Ужас. Белкин такой. Валерий Петрович. Кличка Мирза. Нет, не знаю. Ну, откуда тебе его знать? Он же не в бегах. Нормально, Мирза. Ну что, без обид? На кой ляд тебе этот ботаник-то сдался? Это мое дело. И чтоб тихо все. Обижаешь. По ночному кипишу все в силе остается? А то. На промке уже арматуру раздали. Черный сказал, из актива никого в живых не оставит. Продуманный мерза, спасу нет. Да уж, плохо быть его врагом. Еще хуже другом. Нам-то что, мы при наваре. Ну да, так-то. Ну. Ну что, понял, что с тобой будет? Понял. Тогда думай. Ты меня слышишь? Да, слышу. А какого молчишь? Думаю. Черта лысого ты думаешь, ты балду гоняешь. Решать надо, прошлепаем варианты на этап. Я понял. Когда переходим на следующий уровень? Прямо сейчас, обувайся. Обувайся, обувайся. Делай все, как я скажу. Менты в жилке! Это жизнь, это твои игрушки. Давай быстрее. августа 2012 года около 23 часов в исправительном учреждении 22740 вспыхнули массовые беспорядки, результатом которых стал прорыв заключенных за пределы учреждения. До настоящего времени не установлено местонахождение следующих заключенных. Белкина Валерия Петровича, 1973 года рождения, осужденного по статье 209, 105, часть 2, 146, часть 2 Уголовного кодекса, срок 17 лет. И Ботина Давида Рафаиловича, 1986 года рождения, уроженца Санкт-Петербурга, осужденного по статье 159 Уголовного кодекса, срок 10 лет. Всем подразделениям МУФСИН принять меры к розыску и задержанию указанных лиц. Машину надо брать. Пешком нам далеко не уйти. Садишься посередине дороги и ждешь. Главное, не исходи с места ни при каких раскладах. Прикрой голову руками.
смотри, это похоже один из беглых. Слушай, похоже, наверное, один из тех, кто от бунта рванул. Неважно. Ладно, не расслабляемся. Понятное дело. Останься у машины. Эй, парень, держи руки на виду. Вставай, чего расселся. Ствол возьми. Да шевелись ты! Ты что, убил их? Нет, от старости померли. Ствол возьми. Да шевелись ты. Справишься или показать? Да разберусь как-нибудь. Как-нибудь не разберешься. Еще раз спрашиваю. Справишься? Да сложно вроде. Че тут? Все сложно впервые. Заряжай. Затвор. Смотри, скажу стрелять, стреляй. Не справишься? Убью. Да я справлюсь. Всем доброе утро. Допустим, доброе. А вас можно поздравить? Нас можно. А это что? Новая традиция. Скальп Агафонова. И тут тоже. У меня дома от охотничьих трофеев отца ступать некуда. Рога оленей, когти медведей. Главное, чтобы он не перешел на головы женихов. Тебе-то чего бояться? А шеф где? А шеф у шефа. Это внушает серьезные опасения за наше счастливое будущее. Да. А что, все так серьезно? А мы здесь при чем? Это соседний округ. Да все как всегда. Принято решение, что параллельно побег отрабатывается по месту возможного притяжения беглецов. А двое оставшихся на свободе таково и имеют. Их вообще должны были этапировать в Питер. Ясно. Ну а раз ясно, идите работайте. Да, свяжитесь с полицией. Не зря же они собирались их сюда тащить. Да, еще Владимир Ильич. Срок вашей ссылки, похоже, заканчивается. Из Москвы звонили. Сказали, что будут возвращать в ряды чекистов. Хочешь рассмешить Бога, расскажи им о своих планах, товарищ генерал. Проверка документов. Здравствуйте. Скорее бы поймали этих зэков. Ну, не дорога, а сплошной тормоз. Я так из графика скоро выбьюсь. 10-й кордон за сегодня. Работа такая. Да я вас понимаю. Ну и вы меня поймите. У меня контракт, сроки, груз. Я через 26 часов должен быть в Хельсинки. А тут? Просто снов. А вы без напарника? Да почему без напарника? С напарником просто спит он. Леша, вылезай давай! Ваши документы. А что случилось-то? Да все нормально. Конечная остановка. Давай, прикончи его. Вали его! Ах ты, гнида! Ты что, тебе сказал? Слушать надо. Интересно, что по окрасу абсолютно разномастные парни. Ботин по кличке Шуз. Мошенник-хакер, Белкин – убийца и грабитель с отягощенным анамнезом. Белкин? Кличка есть? Мирза. Нормально. Машке дело на него недавно сунули в производство. Тебе карты в руки. Согласен. Максим Александрович, поднимите все по делу Мирзы, приступайте прямо сейчас. Сбор с материалами завтра в 9:30. Есть. Маргарита Сергеевна. Свяжитесь с теми, кто сажал Ботина, Шуза. Угу. Приступайте, приступайте. А вы, Михаил Георгиевич, поднимите всех возможных родственников, знакомых, друзей. Алло. Сбор материалов, повторяю, завтра в 9:30. Срочной информацией делиться незамедлительно. Телефон не отключать. Это вас касается, Маргарита Сергеевна. Да. Да, я слушаю. Не находишь ли ты, что у нас как-то
По-армейски стало? Вдруг? Это что? Ничего. Некоторым полезно. Боже мой, да это оказывается заразное. Значит, Маргарита Сергеевна, нужно проводить немедленную вакцинацию. Это что? Ничего. Некоторым полезно. Боже мой, да это оказывается заразное. Значит, Маргарита Сергеевна, нужно проводить немедленную вакцинацию. Здравствуйте, Владимир Ильич. Мы с вами не знакомы, но я наслышан. А вас от Туличева. А, надеюсь, хорошее? Разного. Попили вы крови Василию Васильевичу своим своеволием. Если бы не мое своеволие, никогда бы Василий Васильевич не стал начальником отдела. Правду говорят, язык наш, враг наш. Ну, я на это внимание не обращаю. Нам нужна ваша помощь. Обещал внимание. Из-под Вологды сбежал некто Ботин. Ваш питерский, талантливый хакер. Наша контора занималась им, и довольно плотно. Сами понимаете, его таланты нынче на вес золота. Понимаю. Мы работали с ним в условиях колонии, но безуспешно. Есть подозрение, что он стал обладателем некой информации из Института развития атома. Вы понимаете, о чем я? Но. Пока он не использовал эту информацию, но, может быть, выжидает момент. В общем так, к вам едет из-под Вологды наш сотрудник московский, он там разрабатывал его полгода. Не хотим афишировать все на уровне вашего руководства. Окажите содействие по-тихому. У вас же сейчас решается вопрос о вашем возвращении в Москву. Вот и вернетесь на белом коне. А тут, знаете ли, некоторые распространяют слухи всякие. Он приезжает завтра, утренним поездом. Ладно, всего хорошего. До свидания. До свидания. Угу, спасибо. Проходите, пожалуйста. Ну как? А можно на нас костюмчики надеть? Да не вопрос. Хоть генеральскую форму, хоть скафандр космонавта. Это ж техника. О как. Печатаю? Печатаем. Сколько с нас? 2 по 200. 400. Давай. Держи. А это что? Как что? Это я в суде взяла дело, по которому Мирза осужден. 21 том. Знакомься. Ну, все. Думаю, теперь неделю могу не волноваться. Да, но у меня нет столько времени. Да? Слушай, а кто у тебя должен был сопровождать? Толя Гладышев, а что? Так вот, я лучше к нему и съезжу. Все лучше с живым человеком поговорить, чем эти бумажки да. читать. Максим. До встречи дома. Люблю. Выкрутился. Супер. Да. Да я особенно в это дело и не вникал. Быстренько обвинение предъявил, допросил, обвинительное написал и в суд. Быстренько? Это же не хулиганка. Это хищение, причем с помощью высоких технологий. Здесь специалистом надо быть. Вот именно, специалистом. А я не специалист. Ну да. Да там еще потерпевший сразу же объявился с частными сыщиками. Они все и раскопали, а мне что, мне и хорошо? Им деньги за это платят. А вам не платят? Это вы сейчас на что намекаете? На вашу зарплату. А вдруг частные детективы специально оговорили Ботина? Вы же разобраться должны. Значит так, ничего я не должен. Точнее, все, что я должен, я уже сделал. Угу. Там еще наша служба К объявилась. Одним словом, столько охотников на этом деле руки погреть. Мое дело записать. Я за других пахать не нанимался. А кто уж там кого оговорил, пускай в суде разбираются. Так, понятно. А кто этим занимался в службе К? Начальник одного из отделов. Этот, как его? Лымарев. Точно.
Михаил Антонович. Спасибо большое. До свидания. Да уж прощайте, вашими делами сыт не будешь. Коля, ну чего там? Я сам по этому делу краем работал. Банда была межрегиональной. Тут пахала бригада Дикура, а мы так, подай, принеси. Я этого мерзу, по-моему, и не видел ни разу. Ну так, а сейчас его чего решили вытащить? Да, другой сиделец распрягся. Дал эпизод, где мерза перевозчика черного налога решил. Только там с доказухой. Показания только. Но не на опознание же его предъявлять через 10-то лет. Ну так, связи есть его какие-нибудь по Питеру? Сидят его связи. Или в могиле лежат. Не пойдет он в Питер, Макс. Нечего ему тут делать. А ты где так научился делать, а? Везде. С момента, когда меня в розыск объявили, я 6 лет от ментов гасился. Хошь не хошь, научишься. Но в Питере надо будет делать настоящее. А у тебя есть свои выходы? Ну, есть. Если больше меня бить не будешь, может быть, воспользуемся. Так я ж для дела. Чтоб ты понял, что новая жизнь пошла, и никого в ней жалеть не нужно. Просто я привык работать тихо. Денег больше, риска меньше. Ну и что дальше? Сядем на поезд. Я думаю, что сутки водил еще точно не найдут. А их денег нам до Питера хватит. Тебе что, их совсем не жалко? Я же сказал, что никого не жалею и тебе не позволю. Ребята, давайте быстрее! Давай, давай, быстрее! Ух, успели. Так, давай. Второе купе, 2 верхних. Спасибо. Спасибо, хозяюшка, а то со вчерашнего дня на этом вокзале. Как же так? Ух, блин. Выскочили за пивком, хорошо, хоть паспорта с деньгами в поезде не оставили. Ну, проходите, я скоро зайду к вам. Твоя нижняя, моя верхняя. Прошу. Благодарю. Девушка, я вас прекрасно понимаю, только какое отношение к этому побегу имею я. Мы этого Ботина выявили, суд его осудил. Ну, а уж то, что он сбежал, ну, явно не наша проблема. Не ваша, но наша, понимаете? Нам очень нужна информация о его связях и местах притяжения, понимаете? Девушка, этот Ботин хакер. Вы понимаете, что это значит? Его место притяжения компьютер, он же основное место связи. Да эти ребята месяцами из дома не выходят. Они даже по-маленькому в баночку ходят. Рядом с компьютером, чтобы не отвлекаться, а вы говорите связь. Да даже если я подниму оперативное дело, там все равно одни дники компьютерные. И все равно без нашего специалиста вы не разберетесь. Так дайте мне этого специалиста. Или мне к начальнику ГУВД идти. Да хоть к министру. Я первый раз за год с женой в театр выбрался. Поздравляю. И никакой побег никакого Ботина меня не остановит. Завтра звоните. Здравствуйте. Подождите, следователь сказал, что в деле Ботина были частные детективы. Вы можете сказать, кто? Какого число? Небольшая фирма. Бывший оперуфсин руководит. Аркан, по-моему, название. У них на Петроградке офис. С этого и надо было начинать. Удачи. Спасибо. Алло. Серег, здорово. Нет повода не встретиться. Я угощаю. А, прости. Прости, святой, я понимаю. Давай, удачи. Пока. Алло, Игорек. Привет. Где? А, прости. Прилетишь, звони. Не, ничего не случилось. Все нормально. Давай, пока.
ветер есть, куда упасть? Есть. Точка ментами не засвечена? Нет, не засвечена. Ладно, посмотрим. Тебе игрушка не надоела? Нет. Почему? А тебе жить надоедает? Нет, конечно. Но это круче сотни раз быстрее. В смысле? Ну, здесь переход. На следующий уровень может занимать минуту. А в жизни десятилетия, ну, скучно как-то. А бабы? А деньги? Ну, тоже скука. Пока их добиваешься, клево, а сами по себе скука. Че-то с ментами и водилами-то скучным не выглядел. Торкнуло? Очко сыграло. Выходит, не все в жизни скучно. Мальчики, ваш чай. Мирза, ты когда первого человека убил? В школе. А кто это был? Моя мать. Алкашка долбаная. Ладно, пьем чай и спать. Зайк, что-то связь плохая, не вижу тебя. Ты видишь меня? Да, да, я тебя вижу. Нормально, я тебя не вижу. Привет. Привет. Куда... Как дела? Нормально. Very well. Куда пропал? Я тебя совсем не вижу. Ну, зайчик, я работаю много. Как дела, говорю? Хорошо, я скоро приеду на каникулы. Хорошо. Хорошо, мама как? Мама работает много. Мы переехали из Лондона и теперь в всем доме живем. Здесь прикольно. Пап, я... Тебе нравится, да? Ну, здорово. Пап, мне с тобой посекретничать надо. Тут ну так посекретничаем. Посекретничаем, о чем разговор? Ну да. Я просто, знаешь... Пап, секунду, я... Лизочка, секунду. Хорошо? Да. Владимир Ильич? Да, Резников. Дежурный по управлению Качанов. Пап. Но. Из Москвы звонили. Отчет по расканоникам должен быть не во вторник, а в понедельник. Ну и что? Ничего. Я подумал, что лучше сразу вас проинформировать. Я обязан это сделать. Проинформировал? Спасибо. Иначе... Черт, поговорили. И кто только ее тут заметил? Браконьеры. Дорога на Тусклое озеро. Так. А там сейчас самый улов. Никого. И ключи в замке. Смотри. Похоже, кровь. Знаешь что? Вызывай-ка группу. Пусть эти непонятки начальство разгребает. А, поехали. Всем привет. Прекрасно. Привет. Я думал, я опять последний. А где все? Ритка уехала в Аркан, а Ильич встречает кого-то на вокзале. Значит, зря я торопился. Нарыл что-нибудь? По Мерзе вообще ничего. А по Ботину? Только адрес прописки. Общака политеха. Ну и задержание за мелкое хулиганство. Нужду он справлял. В общественном месте, в парке. Прямо под древом. А я всю ночь в компе просидел, замучился. Угу. Ну, час. Да, как эти хакеры сутками в сети сидят, я не понимаю. Что у нас с заваркой? А у них ощущения атрофировались, они все чувствуют только в виртуальном мире. Понятно. Я им завидую. А у тебя что? Да та же ерунда. И заключение Гладышева, что в Питере Мерзе делать нечего.
Тогда мы можем курить бамбук. Смело. А чего Ритка помчалась в Аркан? По Мадлен соскучилась? Ну, можно и так выразиться. О, здравствуйте, ребята. Привет. Здрасте. А Мадлен? Мадлен на Мальдивах. Отдыхает там на деньги, отложенные на ремонт. Да, у нас появилось хобби – мазать стены. Вот и да, запрашиваем. Да, весело у вас тут. Картина какая-то знакомая. А это с нами так теперь клиентки рассчитываются. Бартером. Понятно. Ну, что по Ботину? А что по Ботину? Мы всю грязную работу сделали. Да, мы пахали. Некоторые уж так упахали, что пришлось за пирожками бегать. Я с тех пор их терпеть не могу. Очень интересно. Ну, что по Ботину, ребят? По Ботину. Пришла службака. Так. И всю славу забрала себе. Угу. И шансы клиентов на получение денег свелись к нулю. Почему? Потому что Шуза задержали раньше, чем он успел обналичить деньги. А найти в сети спрятанные таким спецом, как Шуз, практически невозможно. Я думаю, деньги крутятся сейчас где-нибудь между Уолл-стрит и Сингапурской биржей. И что, много было денег? Да так, мелочевка. 64 лимона зелеными. Ну что, удачи вам, что ли? Счастливо. Счастливо. Заходите. Ремонт сделайте, зайду. Скажите, парни, давно поезд ушел? Вроде недавно. А? Да. Скоро следующий. Спасибо. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Здравствуйте. 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 Капитан Ольга Грязнова. Очень приятно, полковник Грязнов. А я вас сразу узнала. Да? Да. Ну, пойдемте, машина ждет, гостиница забронирована. Господи, как хорошо оказаться в цивилизации. Я уже думала, что кроме зэков, леса и комаров в мире ничего не осталось. Давно в командировке? Да, мне уже кажется, что всю жизнь. Конечно, этот Шуз Ботин – это чистой воды гений из тех, которые вскрывают любую базу данных. Он и в наш секретный институт тоже залез играючи. Странно, я думал, что секретную информацию на обычных серверах не держат. Совершенно верно думали. Пепельницу можно? Просто эти серверы, они не были подключены к сети, он сделал это дистанционно. Да сделал так, что наши спецы потом месяц голову ломали как. А его надо было на работу взять. Вы знаете, пробовали. Но, к сожалению, он знает себе цену, чувствует свою исключительность. Спасибо. А зачем ему информация из Института Атома? Вот об этом и хотелось его лично спросить. Ну, или хотя бы проследить за его действиями. Если он тогда передал эту информацию, то сейчас должен искать выход на этих людей. Хотя, мне кажется, вряд ли передал. Ясно. Да, мне команда сверху перед вашими людьми не светится. Пожалуйста, держите меня в курсе, а я, если что, буду контору подключать по полной, хорошо? Странно, что такой спец спалился на обычной коммерческой фирме. Он не завалился, это мы подстроили. В смысле? Но надо же было его как-то с пробега снимать. Короче, если услышите информацию про пропавшие 64 миллиона, то можете расслабиться, их просто нет. Вернее, они есть, но только на бумагах уголовного дела. Ну, что же, пойду с дороги себя в порядок приведу. Я вас провожу. Там внизу ждет машина. Она отвезет вас в гостиницу. Спасибо. Прошу. А ты уверен, что там отсидится? Уверен. А что это за хата? Хата одной моей очень хорошо знакомой. Она живет одна, главное, у нее хорошее железо. Пушки хранишь? Ну, можно и так сказать. У каждого свое оружие. Ну что, пойдем? Ты будь там.
Привет, Додик. Привет, ты откуда? Оттуда и не Додик, а Ботин Давид Рафаэлович, осужденный по 159 статье Уголовного кодекса. Да, для меня-то ты Додик. Ты одна? Да. Желез там? Ну да. А, да, кстати, я не один с приятелем. Привет, красавица. Здрасте. Деньги со счетов China Toys Enterprising обнаружены не были. Таким образом, версия, что Ботин, он же Шус, может вернуться в Питер, чтобы ими завладеть, вполне возможна. Рит, ты в самом деле считаешь, что для того, чтобы снять деньги, нужно куда-то ехать? Или ты думаешь, что сервер — это ящик такой, который в стену замурован, и в нем деньги лежат? Знаешь что, не тупее некоторых. Нет, ну ты скажи. Самый умный? Что такое Брэд. Сервер? А что? Что ты ко мне пристал? Нет, ну, дядя скажи, Мари, скажи. Стоп. Вообще. У Шуза наверняка в Питере остались какие-то контакты. Он же, скорее всего, не сдернет все деньги по мобильному телефону, верно? Или сдернет? Mm-hmm. Что, может? Mm-hmm. Просто я не Билл Гейтс, насколько ты понимаешь. Mm-hmm. Хорошо. А Кевин тебе какую-то техническую информацию сказал? Mm-mm. Не сказал. Это потому, что ты бежишь впереди паровоза. Ты услышала 64 миллиона, глаза округлились. Но это же зацепка. Он должен пытаться достать свои деньги. Он должен пытаться достать свои деньги, только как именно? Как? Угу. Владимир Ильич? Да, зацепка. Работаем ее. Что вы мерзем? Вероятность его появления в Питере ничтожна, потому что нет у него здесь интересов. Говорил дуре, надо мощнее движок ставить. Пашешь ее? Чего? Да. Поделишься? В смысле? Ну мы же бродяги, всем должны делиться. Я тебе вон сколько помог. Так... Спасибо, я знал, что ты настоящий кореш. Пойдем. Да не рыпайся ты, зараза. Замри, сука. В Аркане мне обещали собрать информацию о сетевых контактах Шуза. Прекрасно. Да, здравствуйте. И как мы ее будем обрабатывать? Мы что, устроились? Превратимся в виртуальных сыщиков? Да, потом по мотивам выпустим игру, запатентуем, назовем такая плохая, ее... Такая очень плохая. Давайте гончий. С любой. Только что мне сообщили, что недалеко от колонии обнаружена фура. Водители исчезли, но в машине кровь. Да. Возможно, беглецы воспользуются их документами. Запишите фамилии. Я запомню. Крымский, Симонов. Да, и еще, там же вчера были убиты двое сотрудников полиции. Значит, у беглецов оружие. Спасибо. До свидания. Хорошо. Голоднючая какая, подруга твоя, всего исполосовала. Опа, это ты меня стрелять собрался или ее? Да. Ш-ш-ш.
что же за черт? Вот сука. Есть. Крымские и Симонов прибыли в Питер. Ну, точнее, их билеты прибыли. Когда? Вчера в Лагодском. Я их практически встречал. На вокзале есть камеры? Какой вагон? Езжайте с Градова, может, повезет. Может быть. Удачи, ребят. Да-да, а вы чаи погоняйте. Маргарита Сергеевна, сделайте мне чайку. Надо было ей все рассказать. Это против правил. На этой работе никогда не существовало правил. Это даже я понимаю. Потому что ты беспринципный человек. А ты не боишься, что этот Шус все поймет и заявится к твоему осведомителю? Нет, не боюсь. Почему? Потому что он гениальный ботаник. И ничего не сделает. Ну да. Пакетик сюда. Ботаник, отсидевший в тюрьме. Ты уверен, что он не изменился? Нет, не уверен. Кому? Для начала Рождественской. Ты что, рылась в моем железе? Что там хотел найти, а? Слышишь, гадина? Отвечи! Что ты молчишь? Что ты молчишь? На! Ты что, пыталась скрыть мой тайник? Откуда ты про него знала? Откуда ты? Мне сказали, что ты уже не выйдешь. Мне нужно было на что-то он жить. Он пустой, сука, слышишь? Он пустой! Я специально выследил ментам, чтобы понять, кто меня сдал. Теперь я понимаю. У меня не было выбора. Не было выбора у тебя, тварь ты! И все? Да она сдала тебе. Она хотела тебя кинуть. Ты бы гнил в тундре, она бы вертела задом на пляже. Ты это спустишь. Дотик, ты что? Дотик, ты что? Смотрим. А увеличить можно вот это? Можно, только пальцем в монитор тыкать не надо. Когда не знаешь, что чекист, за нормального человека принять можно. Вам видней. Мы с Тамарой ходим парой. Интересно, почему? А следующие камеры где? Кассовый зал. Кассовый зал. А дальше? Дальше стоянка. Да. Остановить можешь вот это? Пожалуйста. Увеличь. Еще. Нет, максимум. Там, где техника бессильна, за дело берется человек. Макс, слушай, дуй на стоянку такси. Нас интересует водила в капитанской фуражке. Катается на Форде Мондео Е717 ЕВ, 98-й регион. Я сейчас к тебе приду. Все, давай. У нас нет претензий к вашему коллеге. Нам нужно просто с ним поговорить. Знаем мы вообще поговорить. У меня кореш так поговорил. Вернулся только через 3 года. Да не знаем мы этого фуражку. Так заезжает иногда за лед. Ну что, как успехи? Пока не можем найти взаимопонимание. Не можете. Ну и черт с ним. Нам-то что? Машинку помыть бы. Товарищ генерал, Авалян, похоже, что у наших приезжих людоедов появилась новая фуражка. Жертва. Фуражка? Новая жертва, говорю, есть. С тобой все в порядке? Да. Ну ты где? Подъезжаешь? Алло. Юра, я проверил ее компьютер. Она не в сети. Такого быть не может, она там вечно.
Ты давай поосторожней там. Может, ребятам позвонить? Сейчас пока не надо. Позже. Ну, давай. Все, пока. И чего, теперь все это с собой тащить? Ты же таскаешь с собой пушки. А это мои пушки. Это целые танки. У нее деньги-то были? Наверняка. Только электронные. А, там в спальне должны быть кольца, побрякушки всякие. Не надо, спалимся на весь эту мокруху. Ну, что за странные вы люди, бабки и те электронные. Вы еще трахаться электронно не научились? Прости, братишка, косяк за живое задел. Проехали. Да тут недалеко. За мостом. Я не видел, куда они пошли. Я их высадил. Развернулся и уехал. Говорили о чем? Да ни о чем. Старший вообще молчал. А младший спросил, когда на Ладожской новый торговый комплекс построили. Я-то сразу понял, что они из этих. Но чтобы... Расплатились нормально? Да, как все доровно. Да, вот еще. Мы когда на правую сторону переехали, старший спросил. Кафе на Таллинской, говорит, работает еще? Забыл, как название. Утро, по-моему. Долго еще? Да, минут 10, если пробок не будет. Скажите, они правда людоеды? Наемные. Это как? За деньги. Жрут людей. По заказу, то есть. Стоять! Это нет! Вали его! Ну, где-то здесь. Вперед! Давай вперед! А куда ехать-то? У тебя с головой все в порядке? Да, в порядке, все нормально. Нормально? А, понял. Есть пальцы? Есть, но о возможности идентификации скажу позже. Значит, туфта. Иначе бы ты тут козлом прыгал и премию просил. Это точно. Премии мне теперь не видать. Когда будут готовы? Почему-то пальцы? Наши пути всегда пересекаются. Ну, что, надо все сделать по части, как обычно. В одном городе живем. Завтра, послезавтра. Точно. Что по перехвату? Есть что-нибудь? Ага, спасибо. Издеваетесь? Слушай, ну все, я думаю, завтра. Так, для поддержания разговора. А потом, мало ли. Я отправлю, да, пускай они побазят. Может, работать наконец начали. Скажите, а телесного цвета нету? Лейкопластыря, а то как-то, по-моему, неэстетично. А, что эстетично было бы без уха остаться. Ну тогда, по крайней мере, я мог бы не выполнять приказы начальства, ссылаясь на частичную глухоту. Лучше на полную. О, аккуратнее. Перелом. Он очень хрупкий, девушка, имейте в виду. Не перелом, но трещина наверняка. Так что вы поаккуратнее с ним. Ты в жилетке-то? Так, вашу руку. С каких пор? А после двух дырок и не такой напялишь. Кошмар какой-то. Найдены патроны, наверное, от ПМ. И плюс к этому от помпового ружья. Из помпы стреляли? Понятно. Спасибо. Подождите. Ну что, как самочувствие? Давайте я еще вот так. Ничего, в общем, ничего. Просто не наш день. Нормально, наш. Был бы не наш, были в морге. Ваш человек рождественский? Наш. Была.
Она ей шуту сдала. А сразу нельзя было сказать? А вы бы сами сказали? Где их теперь искать-то? Там, где есть то, что ищут они. Ведь зачем-то же они тащили это с собой. Серьезно? Значит, зачем-то нужно было? Сейчас давайте заканчивать, это забирайте с собой. Поехали. Ну, вот такие вот хоромы. Мебеля, холодильник, телевизор, телефон. Межгород я отключил. Подходит. Ну, раз подходит, то, как говорится, денежки вперед. Держи, старик, пока за неделю. Иголка с ниткой у тебя есть? Штаны порвал. В шкафу в нижнем ящике, посмотри. Ну все. Захотите пожить подольше, звоните. Телефон на стене в коридоре. Ну что, располагайтесь. А я пойду. Воды теплой в тазик набери. И иголку с ниткой найди. Чуть-чуть брюхо не вспороли. Но чуть-чуть, как говорится, не считается. Просто воды набрать? Да, просто теплой воды. И иголку с ниткой. Ага. Откуда информация? Поняла? Нет, спасибо, я сама все отыграю. Нет, товарищ генерал, я уверена, я знаю, что делаю, еще никогда не ошибалась. Вы просто вгоняете меня в краску. Да, хорошо, буду докладывать. До свидания. Да. Алло. Не отрываю. Это Грязнова Оля. Здрасте. Здравствуйте. Нет, все в порядке. Вы как? Все в порядке. Слышала, у вас был тяжелый день? Ну, непростой. Когда у нас было легко. Откуда такая осведомленность? Ну, мы же с вами из одного инкубатора. Ну, да. Если вы сегодня не очень заняты, то хотела бы с вами встретиться. Ну, я, в принципе, не против. Просто у меня никаких новостей пока нет. Да, я понимаю. Я просто всего лишь хотела пригласить вас на ужин. А, неожиданно. Возможно, это звучит немного... Последнее время, в общем, я провела в Вологодском поселке, где главным развлечением были пьяные драки у магазина. Извините. Алло. Алло, алло. Алло, вы меня еще слушаете? Да-да, конечно. Я просто думаю. Выбираю место поприличнее. Давайте так, через полчаса я за вами заеду. Нормально будет? Да-да. Хорошо. Значит, через полчаса я у вас. До встречи. До встречи. Режь. Клей за плату. Слушай, я даже не заметил. Как они в тебя так попали? Я тоже. Вскользь прошла, тварь. Ерунда. Ничего, завтра буду как огурчик. Ну, круто ты их. Я такое видел только в кино. Это не круто. Вот когда в Якутске мы с Мавой и Колчаном брали инкассаторов Якуталмаза, вот тогда было круто. Мы два квартала с боем прорывались. Один я, троих ментов положил. Хорошо, что не доказали. Почему не доказали? Когда взяли 4 года спустя, все на Колчана свалил. Его пристрелили на вокзале через месяц. Фантастика. Алло, харе, он заряжен. У тебя свои игрушки. Были. Теперь это просто мусор. Мусор у мусоров. И что делать? Покупать новое железо надо. Только вот денег-то нет. Будут. Посплю часок и займусь.
Сегодня? Ничего не откладывай на завтра, иначе оно не наступит. Все, давай спать. Убери здесь. Отбой. Хорошо. Я окучивала этого ботина 5,5 месяцев. Людей к нему подсылала, пресс пыталась организовать. Ни в какую. Насколько я понимаю, спасибо. Эти технологии можно продать кому угодно. Арабам, китайцам, американцам, наконец. Но наши аналитики утверждают обратное. Да и по данным внешней разведки украденная информация о конкурентов не появлялась. Девушка, можно еще одну стопку? Сейчас принесу. Налейте мне водки, пожалуйста. Водки? Да, водки, а что? Да ничего. Странно просто. А что странного? Я-то думал, что вы эту водку точно не пьете. Папа приучил. Да? Всегда говорил, если пить алкоголь, то водку. Хороший у вас папа. Да. За его здоровье. К сожалению, он год назад умер. Давайте выпьем за мое освобождение из Вологды. Ну, давай. Спасибо. Этот побег – это просто подарок судьбе. Я уже готова была в этой Вологде волком выйти. Конечно, раз мне собиралась в Москву, туда-обратно, а там вообще все развлечения. А еще каждому встречному нужно объяснить, что я не такая, что я жду трамвая. Я тебя не шокирую? Ну, а ты что, в Москву собираешься, нет? Говорят, сейчас твоих снимают. Можно будет возвращаться, ну? Ты мое дело специально читал или так просто контуры измельчала? Ну, конечно, специально. Значит так. Неуправляемый. Неконтролируемый. Конечно, специально. Значит так. Неуправляемый. Неконтролируемый. Это все я. Других таких бунтарей у нас нет. Знаешь, что у меня к тебе будет? Просьба. А ты в курсе, что женщинам-оперативницам за постельные вербовки выплачивают премии? Этой байке лет 100 уже. Да потому что это не байка. Помоги коллеге заработать. Пьяный обязательно изображать? Что мне делать, если я стесняюсь? А ты мне нравишься? Откровенно.
чего не спишь? Да не спится, тебя ждала. Везет. А я бы с удовольствием придоел часиков. 15, поскорее бы отпуск. Я думаю, я в отпуск зимой пойду. Это с какого это ты же у себя один из сторожилов в отделе? Ну и что, обстоятельства? Да какие обстоятельства? Опять на тебе ездят. 100 лет уже летом никуда не выбирались. Небось, опять блатные все лето оккупировали. Да нет, не в этом дело. А в чем, пожалуйста, скажи мне хоть одну причину тогда. В чем? Это будет декретный отпуск. Ну, в принципе, зимой тоже неплохо. Маш? Женат был? Был. Дети? Дочь. У тебя дочь? Об этом мало кто знает. Почему? Не люблю бояться. У нас работа сама знаешь какая. Потом шило некрасиво. Ей года не было, 8 месяцев. Общаетесь сейчас? Ничего, общаемся. Да не раньше общались. Как положено, по воскресеньям. Мороженое, чупа-чуп, сахарная вата, зоопарк. Сейчас вообще очень часто. Я как подружка на нее. Папа, давай поскрещничаем. Скучаешь по ней? Скучаю. А она? Надеюсь, скучаю. Я хочу скучать по тебе всегда. Так все в твоих руках. Приглашает вас окунуться в атмосферу солнца и отдыха. На солнце нету атмосферы. Миш, а ты когда-нибудь в кадрах пытался выбить путевку? Отвяни, чтобы я... Слушай, у меня отпуск в декабре. Слушай, тут есть одна путевка в Сочи. Я поздравляю тебя. Спасибо. А на лето-то уже все расхватали. Я очень радуюсь. В декабре есть еще один шанс. Прекрасно. Ну, посмотри, пожалуйста. Приятно выглядит, по-моему. Ой, отстань, пожалуйста. Ну, я прошу тебя. Господи, что ж ты хочешь, чтоб тебе... Я хочу в Сочи. На море. Кто ездит в Сочи на море? Из здравомыслящих людей сейчас. Кто это делает? В Таиланд надо лететь. Разбудило меня. Невозможно. Почему не в Таиланд? Не хочу я в Таиланд. Почему не во Вьетнам? Не хочу я во Вьетнам. Там вода теплее. Теплее вода. И кроме того, это намного дешевле, чем вот это вот удовольствие. Я не хочу. Ты была там? Нет, не была и не буду. Ну и что ж ты говоришь, если ты не была? Да не хочу я туда ехать. Как будить меня, так она была. Как... Сейчас я позвоню нужному человеку. Миш, не надо никуда звонить. И ты поймешь. Нет, что... Удовольствие тебе гарантировано. Миш, ты потом будешь меня благодарить. Спасибо, Миша, за то, что устроил мне великолепный отдых. Миша, ты слышишь? Ты вообще понимаешь русский язык? Подожди, я прошу тебя. Ты меня попросила? Я тебе иду навстречу. Я просто попросила тебя посмотреть. А что там смотреть? А ты давай кому-то звони. Ребята, привет, Макс. Эксперт по туризму, привет. Все. О, Ритка, слушай. Что? Хорошо, что ты здесь. У тебя ведь отпуск в декабре, ведь правильно? В декабре, да. Ты бы не могла со мной поменяться на август, пожалуйста, а? Максик. Очень тебя прошу. Я-то вообще-то на самом деле... Так, значит... Как-то не... Держи, я тебя очень прошу. Это Машка что? Беременна. А ты все равно собираешься летом в деревню с отцом. Там в августе, кстати, приятнее. Все. Мне еще в медицинский отдел лететь. Вернусь, потом поедем в Аркан. Пока. Ну что, деревня так в деревне? Забеременела, так забеременела.
Привет. Привет. А мы что, проспали? Ну так, чуть-чуть. Ну, можешь иногда, я думаю. А это у нас что? Это у нас будет завтрак. Яичница с беконом. Ты как, любишь, с глазками или без? Ты знаешь, все равно. Да? Мне тоже. А готовить научился где? На войне. Страшно? Ну, не очень приятно. А ведь ты почти уверен, что я не выстрелю. А зря так думаешь. Испугался? Вот так же и народ реагирует. Единственная неприятность — менты или охрана. Тот на фуфло не пройдет. Придется валить. А так, в целом, дело чистое и быстрое. Пенсию старушка отнимать? Ну, во-первых, не у старушек, а у Вохры. Во-вторых, я не припоминаю, чтобы ты очень моральничал, когда на компьютере бабки тырил. Или там на хате. Сильный имеет право на достойную жизнь. Мы просто придем и возьмем свое. Купим то, что тебе нужно, и покажем этому миру, чего он стоит. Или я в тебе ошибся? Ты не хочешь прыгнуть сразу на третий уровень? Может, ты хочешь потерять все жизни разом? Не хочу. Ну что, приличное железо. Широкого употребления? В общем, да. Только нужны кое-какие прибамбасы, которые есть не везде. Ну, слушай, если они его потеряли, им нужен новый. Есть место, где их можно перехватить? Угу. И не одно, их много. Не считая того, что все это можно купить через сеть. Ну, вряд ли. Для этого нужны адреса доставок, база. Не думаю, что они станут так рисковать. Кевин, ну ты же занимался этим шузом. Ну неужели нельзя выявить места, куда он пойдет за новой аппаратурой? Можно. Ну? Все можно, только перекрыть вам их будет очень хлопотно. Хлопоты, трудности и мытарство входят в наши функциональные обязанности. Так что давай выкладывай все, что есть. Ладно, тогда записывайте. Да, да, Макс. Сколько адресов? О, ну, желаю удачи. Если что, звоните. Я отскочу на некоторое время на встречу, потом буду в конторе. Нет, шефа нет. Он звонил, сказал, что задерживается. Да, все, давай. Уже готов? Ну да, практически. Надо же ловить твоего шуза. Ну да. Его отправят обратно в Вологду. Я там сдохну, пытаясь его расколоть. Хочешь, нарушишь присягу, не буду его ловить. Ну, ерунду не говори, ладно? Так. Хотя, ты знаешь, если удастся расколоть его здесь, будет просто идеально. А, да. Да. Если будет информация из Вологды или Москвы, я тебе сразу звоню. Ну, хорошо. Что? Это была разовая спонсорская помощь или продолжим на постоянной основе? Я подумаю. Где пистолет? Ну да, не соврали. Неуправляемый и неконтролируемый. Что? Так. Подожди. Готов? Ага. Так, ключи. Какой красивый город. Раньше я его не любил. После горя он мне казался серым и холодным. Особенно первые 3 года. Ну, это потому, что первые 3 года, Бесо, ты провел в крестах. На какой день тебя взяли?
На второй. Ну вот. Ночью приехал, утро взял. Вопрос твой, Миша, одновременно. И простой, и сложный. Ну, а когда было иначе? Простой потому, что этот мерза, он беспредельщик. И в нашем мире, если мы его сдадим, никто даже слова не скажет. Ну, а в чем сложность? А сложность в том, что он знает об этом. И никому из нас не пойдет. А точнее, он не пойдет к тем, кого я знаю. Понятно. Но все-таки ему понадобятся документы, ему понадобятся деньги, оружие, Лешка. Он же не в театр оперы и балета за этим за всем пойдет. Оружие, я полагаю, у него есть. Документы ему компьютерщик этот изготовит. Алешка, квартир много сдается. Ну, подумай все-таки. Подумай, он уже пятерых убил. Будь. О, да? Ничего, получили объем работ. Делимся и в бой. Понятно. Ну ладно, я по агентуре пройдусь тогда. Давай. Ну что, беги. Спасибо за завтрак, полковник. Это первый такой завтрак в моей жизни. Да? Так, мне тоже очень хочется тебя поцеловать. Но я этого делать не буду. Ты уже на работе. Да ладно. Пока. До встречи. Здравствуйте. Здравствуйте. Сотрудник службы исполнения наказаний Градов Максим Александрович. У нас есть информация, что кто-то из... этих людей может оказаться в скором времени у вас в магазине для покупки нужной им техники. Если это произойдет, пожалуйста, позвоните по телефону, указанному на визитной карточке. Хорошо. Девушка, здравствуйте. Я из управления Федеральной службы исполнения наказаний. Старший лейтенант Звонарева. Мне очень нужна информация... об этом человеке. Девушка. Повторяю еще раз. Мне очень нужна информация об этом человеке. Если вы его увидите, пожалуйста, позвоните мне. Спасибо большое. До свидания. Почты 198-095 заложена бомба. Ha!
Никого не обнаружил. Вызывайте криминалистов. В колонию? Ну, поезжайте, конечно. Только зачем ночь на машине? Лучше завтра на поезд. Я не хотел бы афишировать эту поездку. Не понял. Есть версия, которую я хотел бы проверить. Ну, хорошо. Что-нибудь еще? Да. У вас есть там человек, которому вы доверяете? Толя Березовский. Пьет, конечно, как лошадь. Но надежнее я не знаю. Куда? В Лисинос. Сколько? Как скажешь, командир, твоя же машина. За полторы поехали? Поехали, подруга заждалась. Да, Миш, ты меня переоцениваешь. Тебе невозможно переоценить. Ладно, все, хватит. Я скажу своим девчонкам на районе. Хотя ты прекрасно понимаешь, что шлюхам доверять нельзя. Они готовы за бабки родную маму продать. Миш, ты знаешь, я иногда думаю, что если бы можно было бы дрючить себе за деньги, они бы занимались этим с утра до вечера. Отличная профессия. Нет, Миша, шлюха – это не профессия, это сущность. А давай-ка мы премию учредим, а? На конкурсной основе. Вот, еще знаешь что? Грамоту от вашего заведения мне в кабинет на стенку. Да я серьезно. Организую, кроме шуток. Ой, ладно, Миш, все, хватит. Давай уже иди, мне работать надо. Хотя то, что ты говоришь, в этом резон есть. Есть. Откинулся, резон. Грех не развлечься. Миш, ты только помни, что моя контора в городе не единственная. Ну, как можно забыть? Я уже у Наташки побывала с подвязки. Уже озадачу. Как вы выглядите? Как вам это удается? Я потрясен. Ой, но Наташке это удалось чудесами пластической хирургии. Вот оно что. Вот оно что. Миш, в этом городе я единственная натуральная. В своем роде и в своем возрасте. Все вы единственные. И все неповторимые. Ладно, пока. Давай, Миш, иди увидеть. Уже, я позвоню. С меня причитается. С тебя уже 5 раз причиталось. Причитается с него, а? Чаю хочешь? Нет, ничего не хочу. Ни чаю, ни кофе. Хочу... Иди-ка ты домой, Максим. Да? Угу. Ну, я пошел. Спасибо. Удачи. Это что? К жене. Ау. А это святое. Угу. О, пока мы тут стаптывали ноги, некоторые, судя по запаху парфюма, развлекались. Ну что ж, кто-то должен это делать. За всех, за весь отдел. Это я. Угу. Ну что, слышно? Как напишут справки, оперативно перекрыты возможные появления беглецов. 9 точек. Что у тебя? Понятно. А у меня на розыск преступников ориентирован личный состав и подсобные силы. Я спокойна. Кольцо сжимается. Отлично. Где шеф? Да. Привет. Извини, но я по делу. Наши технари прислали несколько IP-адресов, по которым ШУС общался через свой комп до посадки. Тогда мы обрабатывали их впустую, но сейчас он, возможно, воспользуется этими связями. Ну, отлично. Завтра тогда увидимся и займемся этим. Как завтра? Оль, сегодня не могу никак. Я здесь в области один сигнал отрабатываю. Ладно, я позвонила тебе сказать, что ты можешь приходить в любое время. Есть одна вещь, ради которой я люблю, когда меня будет. Хорошо, пока. Пока. Резвая машина. Оценил. Тут форсированный движок, ласточка, а не машина. Слушай, командир, остановись, что-то мне плохо. Ты куда? Машину мне испачкаешь.
наверху. Это ты? Я. Теперь мы на колесах, завтра будем работать. Придется стрелять. Ментовка рядом, один не справлюсь. Окей. Автоматы берем? Да, Бессон? Миша, ты можешь ко мне подъехать в офис? Что-то срочное? Тебе виднее. Ну, не томи, Бессон. У меня к тебе есть подарок по вчерашнему разговору. Еду. Добрый день. Терезников. Так точно. Привет. Дмитриевич звонил. Где ночевал? На трассе. Завтракать будешь? Не откажусь. Не, пиво не буду, спасибо. А что так? Ну куда я, за рулем и... А ксива? Ксива башку не спасает. Это точно. А я буду. У меня выходной сегодня. Отдыхаю. Дмитрич сказал, у тебя вопросы по зоне, по побегу. Да, есть. Спрашивай. Как давно Мирза работает на ФСБ? А ты умеешь задавать вопросы? Кто на что учился? Кому из этих людей ты квартиру сдал? Посмотри внимательно. Вот он. Вот он. Точно. Угу. Адресочек запиши. И с миром домой. Отлично. До свидания. Дверь перекрой. Да, конечно. И как ты его нашел? С виду ведь обыкновенный алкаш. Попытался подумать. Мерзак блатным не пойдет. У него нет с ними постоянных контактов. Деньги у него есть, но он не шикует. Значит, он снимет хату по средней цене у того, кто сдает ее по дням. Таких мест в городе три. Два железнодорожных вокзала и автовокзал. Дальше дело техники. Я впечатлен. Колоссальная работа мозга проделана. Ты опер. Прирожденный опер. Это твоя работа. А для меня это... жизнь, Миша. А ты не додумался. Значит, я опер лучше, чем ты. Я лучше. Я лучше. И объясню тебе, почему. Я не стал тратить на это на все время. Я просто пришел к тебе. Вот и все. Да. Лучше бы спасибо сказал. Сейчас. Спасибо. Шеф не объявился? Нет еще. В ружье. Мы их нашли. Понял. Берем у хозяина ключ. Спокойно открываем дверь. Ребята, по коням. Загружаемся. Затем запускаем наших гоблинов. Давай. А если их нет дома? Тогда сидим в засаде и терпеливо ждем. Мог бы в кино сниматься. Пора, ребята. Пора. Ah!
Руки на машину! Давай. Жми. Спокуха, все будет якши. Что? Хорошо все будет, говорю. А ты молодец, не растерялся. Вот, знать, суки, с кем связались. Трещотка где? Выкинул, патроны закончились. Зря, след это. Работайте. Значит, номерок сохранился. Быстренько по учетам пробей и эксперта заставь обработать на совесть. Чем черт не шутит? Сколько денег-то взяли? Им хватит. Приехали. Все равно по полям установят. Установят, но позже. Пошли. За этим стоило делать такой финт. Устал я. Сейчас нервяк отпустят. Накатит облом. Приедем на хату. Накатим и отдохнем. Первый второму. Что надо? Как обстановка? Без изменений. Не засорите эфир, а? Я не поняла, что? Детский сад. Просто волнуется. Да. Слушай, не очень могу сейчас говорить. Да? Понятно. Спасибо. Мирза с Шузом только что взяли инкассаторов на почте. Убито двое полицейских. Замечательно. Значит, сюда они придут с деньгами и с оружием. Да, и это значит, что терять им будет нечего. Второй первому. Как обстановка? Второй. Не засорите эфир. Слушай. А может быть, Ритку с группой отодвинуть подальше, а то спалит их еще. Первый второму. Да. К вам гости. Двое зашли в парадную, но нам не видно отсюда кто. Принял. Откуда дровишки? Хозяин дал. Утром на Музбане.
Сказал, что вечером заезжать можно. Хороший мужик, даже денег вперед не взял. Так, который из них? Вот он. Этот? Вот он. Его Кириллычем звать. Этот? Да. Нормальная хата, тихая. Никогда после дела не возвращайся в старый адрес. И никогда не делай исключения из этого никогда. А лучше после засели кого-нибудь, чтобы он затоптал следы. Понятно. Пей. Да я водку не люблю. Не любил. Стакан после делюги – главный кайф. Попробуй. Что-то много. Ну как, хорошо пошла? Нормально. Блин. Ладно, хоть в чем-то повезло. Деньги только в одном мешке. Остальное – облигации. Ну ничего. Железа-то хватит. Потом-то будут деньги. Они изначально не планировали возвращаться на хату. Мирза поехал на московский вокзал и вручил ключи приезжей паре. Что еще? Машину, на которой они были, нашли сгоревшей. Тело водителя обнаружено в другом районе в лесополосе. Сволочи, их надо остановить. Мысли? Ну, денег они взяли немного. Я думаю, что они им нужны для покупки техники, чтобы вытащить виртуальные деньги. 64 миллиона долларов. Рассчитываете, что сработают продавцы? Ну, почему бы и нет? Они слишком уж сильно нашумели, я не думаю, что много кто захочет оказаться к ним в пристежке. Хорошо, работайте. Хорошо, работаем. Вот, пожалуйста, держите. Держи. В реальном мире. Нормально. Ты вчера не позвонил. Что с сигналом? Подтвердился? Нет, подтвердился, но мы не успели. Я сейчас на встречу. Могу тебе перезвонить? Может, лучше встретиться? Хорошо. Через час подойдет? Через час? Да. Хорошо, где? Кафе «Винтаж», подъезжай. «Винтаж»? А, да, я знаю. Прекрасно. До встречи, все, пока-пока. Пока. Пока. Не переигрывай с ним. Он умный. Да, умный. Но быть умнее системы нельзя, за мной система. Успехи есть? Нет, пока. Это очень затянувшееся пока. Ты что, не понимаешь, что в Москве другой ритм жизни, там не умеют ждать? Зато они умеют считать. Вот пусть и посчитают вероятность попадания шуза под наш контроль. Им сразу все станет ясно. Значит так. Вероятность придется увеличить, даже если придется присчитать саму теорию вероятности. Это понятно? Да понимаю я все. Не в пустыне живу. Стараюсь. А с Резником поосторожней. Это он пусть со мной поосторожнее. Привет. Привет. Ну что, есть там что-нибудь? Есть. Есть. Держи. Ну как ты? Все нормально? М? Я? Нормально. Ну и хорошо, отлично. Да. Звонили из двух мест. Они были, взяли то из техники, что было в наличии, и заказали то, чего не хватает. В основном срок доставки 3-5 дней. Они должны позвонить и вернуться. Не вернуться. Почему? Потому что дважды не возвращаются в одно и то же место. Это мы уже поняли.
Они разбросают информацию, да, чтобы мы успокоились, чтобы ждали их, но не вернутся. Ни связи, ни подсветки, ни ниточек. Что делать, как искать? Расставлять капканы дальше. Где-нибудь они сделают неверный шаг. Интересно, где? У оружейника, например. У них патроны заканчиваются. Если Шус соберет компьютер, им патроны не понадобятся. Согласен. Кто знает? Всякое может случиться. Привет. Привет. Коньяк? Я на работе не пью. Понятно. Что-то случилось? Я не целуюсь на работе. Прекрасно. Может, объяснишь, в чем дело? Не люблю, когда меня используют в темную, особенно свои. Меня подсадили Мирзу к Ботину. Мирза вышел из-под контроля. Скажи, это вы организовали побег? Да. Прав был Имарев. Умный ты. Хорошо, я расскажу, но если кто узнает наверху, мне конец. А какие еще правила есть? Никогда дважды ничего не бери в одном месте. Не приходи дважды в одно место. Не проси дважды ни о чем одного человека. Зачем тебе все это? Как будто ты со своими талантами собираешься с автоматом инкассаторов брать. Ну, кто знает. Я тоже раньше не собирался этим заниматься. А вот попробовал, и получилось. Так. Ну, в общем, здесь все. И что? Теперь просто вынешь оттуда деньги? Не все так просто. Мне нужно еще исходники забрать. Что? Ну, исходный текст алгоритмов. Ну, в общем, это не важно, там есть одна штука. Где? У одного очень уважаемого человека. У вора, что ли? А как погоняло? Ну, доцент, наверное. Ну, это мой научный руководитель, в общем. Это была моя ошибка. Я искала объект для вербовки, и Мирза представлялся лучше всех. Надеялась, что он либо продавит Ботина, либо разведет его. Получилось наоборот. Да. Но узнала это только после побега. Ботин использовал против нас нашу же легенду. Всем известно, что он сидит за 64 миллиона, вот Мирза тоже купился. Сперва прикрыл его от нас и от остальных зэков, давал дезинформацию, играл с нами. А потом предложил организовать побег. Не совсем. Он предложил спровоцировать массовые беспорядки. Чтобы спасти Ботина, я окончательно войти к нему в доверие. Но у него был свой план. Если ты доложишь своим, мне конец. Я, черт возьми, конечно, понимаю, что я не самый лучший опер, но вылететь, отслужив 10 лет, мне некуда пойти. Кто еще в курсе об этом? Знает. Лымарев, ваша служба К, он же наш бывший. Генерал Самсонов не в курсе. Так, ладно. Уходишь? Работать надо. А, хорошо. Я не буду ничего докладывать. Ты больше никогда меня не обманывай. Я тебе обещаю, больше никогда. Сделай вид, что я тебе поверил. Ну все, на сегодня все. До следующего раза. Спасибо.
Идеальная шхера, где можно спрятать патроны и оружие. Почему мы думаем, что мерзо образится именно сюда? А? Потому что кончается на У. Мерза давно не был в Питере, подвязок никаких. А затвор уже тогда был известен, просто они не пересекались. Конечно, конечно. Идеальная кандидатура. Да. Абсолютно. Да. Ходим на ощупь. Полдень. По-моему, это к тебе. Ходить на двор можно, Максимка. Так ведь всегда чему-то удивляешься. У них 100 дорог, а мы вынуждены ждать их на одной. Ну и чем могу быть полезен, господа? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Знанием, опытом и бескорыстной любовью к родине. А перейти на финансовые рельсы никак нельзя, а то за бескорыстие потом приходится слишком дорого платить. Нет. Просто, ну, никак невозможно. Тогда прошу ко мне в кабинет. А почему вы решили, что они обратятся именно ко мне? Ну, называйте это интуицией. Не люблю я вашу интуицию. Ничего хорошего от нее у меня обычно не бывает. Не тот случай. Вот. Интересные документики, посмотрите. Что это? А это показания народных умельцев из колонии в металлострое, которые револьверы под мелкашку делали. Там есть интересные подробности об организации всего процесса. Полюбопытствуйте. А? Так ведь 5 лет прошло. 5 лет прошло, но срок давности-то не истек. Да. И поверьте, несмотря на все трудности, мы порой свою работу делаем очень хорошо. Угу. Есть фотографии? Есть фотографии. Давай, дайте, пойдем. Извините, у вас секретки не будет. Я вообще-то, если честно, не при делах. Я говорю, большой. Начинаешь каждый раз, но потом только куда-то собираешься, ты сразу куда-то отходишь. Ну, не хочу. Ладно, все, пойдем. Да, конечно. Пошли, мне еще надо Маришке сказать. Ой, все, пошли. Юля, не знаю. Теорема, девчонки, давайте быстрее. Ничего не ошибаюсь. Паша, пойдем. Здрасте, Олег Владимирович. Вот хвосты пришел сдавать. А, здравствуй, Давид. А я знал, что рано или поздно ты придешь. Я смотрю, у вас все стабильно. Да, наука, студенты. Кручусь помаленьку. А могли бы сменить свою лабораторию на лесосеку? Мог бы. И я тебе благодарен. Чаю хочешь? Нет, спасибо. Вы сохранили то, что я у вас оставил? Да, додик. Ну, а где? А ты не забыл, что у меня есть доля в нашем деле? Помню. Достану деньги, отдам. Не смеши. Ты же в розыске. Да и не верю я тебе. Так что 500 тысяч, и я выхожу из дела. Разумеется, в долларах, и, разумеется, наличными. В смысле 500 тысяч? Вы что, с ума сошли? Ну, говорят, у тебя там 64 миллиона крутится. Так что, разве я много прошу? Да мне нужны исходники, чтобы достать деньги. Перехвати где-нибудь. Погоди, я тебе кое-что покажу.
Как видишь, твоя вещь здесь. И я принял необходимые меры безопасности. Опа! А если так? Теперь можешь стрелять. А ты изменился. У тебя еще что-нибудь? А то у меня пара начинается. Да, кстати. Теперь 600 тысяч. А откуда информация, что мерзавил Ботина и спланировал побег, чтобы добраться до денег? Из зоны. Странно. Что именно? Нехарактерный для мест заключения способ. Обычно зэка, имеющего деньги, прессуют и вымогают деньги, держа его под контролем. Угу. Это не тот вариант. У Ботина нет родственников, и как добраться до денег, знает только он. Согласен. Мерза вообще одиночка. А при классическом варианте вымогалова требуются подельники. Все, все. Я думаю, надо подключить отдел К. С оружейниками договорились? Да. С главным, да. В общем, остается ждать, правильно? Ну, самое сложное – ждать, догонять. Это часть нашей работы. Будем ждать. Вот тварь! Козел! Я бы мог его на суде сдать. Не шуми, соседи ментов вызовут. Я же говорю, никому верить нельзя. И тебе? И мне нельзя. Но пока у тебя нет выхода. Есть шанс обойти твоего доцента? Нет. Тогда достанем деньги. Еще одна почта? Сумма большая, почта не поможет. Придется искать наводку. Патронов мало. А есть где купить? У нас же остались еще деньги. Есть, но опасно. А в ментов стрелять безопасно, да? Ну так до чего сидим? Время теряем. А, так ж... Да. Кто? Соединяйте. Я вас слушаю. Есть. Что-то сработало? Оружейник. Мерза вышел на связь, попросил встречу сегодня в клубе в 10 вечера. Вас что-то беспокоит? Слишком просто все. Вчера они на всякий случай меняют квартиру, а сегодня просто-запросто по телефону договариваются. Ну, не ехать мы не можем. На не ехать мы не можем. И времени на раздумья у нас нет, что может быть тоже частью их плана. Значит так, Градус с бойцами черного входа, Звонарева под окна. Мы с вами здесь. Не волнуйтесь вот так. В конце концов, риск – часть вашей работы, нет? Риск – это часть вашей работы. А у меня это часть жизни. Это кто на что учился. А почему мы здесь? Отработанная схема. Сейчас к подходу электрички подтянутся. Менты, они любят здесь пьяных обдирать. О, только помяни. Ну вот и наш клиент. Так, гражданин, остановитесь. Гражданин, предъявляю, пожалуйста, документы. Давай. Прошу вас. Так, стоять, стоять. Пора. Давай волынку. Я тоже пойду. В следующий раз. Времени мало. Thank you.
помогай. Мужик тем более свалил уже. Не свалил. Опа, следующий уровень. Лучше. Перезагрузка. Новая жизнь. Ну чё, валим? Валим? Пошли, пошли. Да. Спасибо. Они не придут. Снимаемся. По одной пуле в каждого. И там в кустах еще мужичонка с ножевым. Не повезло мужику, наверное, свидетелем был. И экспертиза по пулям будет завтра. Отправили нас за двору, чтобы спокойно сработать здесь. Не понял. Чем больше мы выматываемся, тем больше у них шансов. 32 патрона. Плюс еще есть во втором автомате. Пойду подготовлю почву для дела. Поровну поделим. Я тоже пойду. Скучно в этой норе сидеть. Ой-ой-ой! Убирает зайчик мой. Зайчик, следующая рыбка. Так рыбка или зайчик, ты бы определился, мульт? Да подожди. Мерза. Привет, землячок, давно не виделись. Хорошо, что ты не меняешь привычки. Поговорим, мульт? Идите поплавайте, девочки. Кто твой кореш? Парились вместе. Вместе и звонок приблизили. А я слышал, ты с каким-то ботаником сказанул. А я слышал, что ты все на бирже и дела идут. Нужен толстый клиент с черным кошельком. Очень срочно. Процент старый, бояться тебе нечего. Наши совместные дела нигде не всплывали. А тебе никто ничего не узнал. Ты знаешь, копать начнут, узнают. Попадусь. Еще быстрее узнают. Хорошо. Будет тебе тема. А, да. Подожди. Кто там? Федеральная служба безопасности. Что-то случилось? Ты уверена? Ага. Он так и назвал его. Мерза. Ну, хорошо, я поняла. А что за тема? Ну, про биржу, про деньги. Больше я не услышала. Опасно было. Молодой мог меня учуять. Он вообще такой страшноватый. Мерза? Да не, мерза нормально. Ну, беспредельщик как беспредельщик. А вот молодой, он из тех, кто будет с тобой всю ночь забавляться, а на утро прирежет. Уж я таких чувствую. Ну, ладно. Вот тебе премия и отпуск на недельку. Поезжай, отдохни, покупайся, позагорай. Очень кстати, спасибочки. Только отдыхать некогда. Я лучше смотаюсь в Крым на недельку. Там сейчас сезон, подколымлю. Ой, детка, куда хочешь. Да, Мишенька, это я. И все? А что, мало? Нет, более чем достаточно. Значит, будем устанавливать этого мульта-мульта. А уже? Фамилия Цой. Они с Мирзой из одного города. Просто Цой этот до сих пор в поле нашего зрения не попадал.
значит, будем за ним выставляться. Да времени может не хватить. На пролом бы надо. А если это опять очередной отвлекающий маневр? Ну, значит, в очередной раз умоемся. Пока он моделирует ситуацию, у нас нет выхода. Мы вынуждены идти за ним. Биржа — место непростое. Там не любят людей с подмощной репутацией, как, впрочем, и везде. Здравствуйте, Юрий Иванович. А в чем, собственно, дело? У меня с вашими все ровно. Верно. И хотелось, чтобы так бы и осталось. Правильно? Не понимаю. Нет ничего хуже нежданных гостей, особенно из прошлого. Не находите? Садитесь в машину, покатаемся. Надо бы хату сменить после дела. Тогда надо аппаратуру перетаскивать. Сколько тебе понадобится времени? Забрать диск и вытащить деньги. Ну, думаю, час хватит. Рискнем. 64 миллиона этого стоит. А ты что с деньгами будешь делать? Исчезну, а ты? Не знаю. Никогда не думал. Меня всегда интересовал процесс. Ну, предположим, я скажу, что не понимаю, о чем вы. Понимаете, Юрий Иванович. Мы анализируем вашу деятельность. Сопоставляем с информацией о налетах на инкассаторов. Каких налетах, начальник? О тех самых, о которых хозяева денег не хотели заявлять, чтобы не всплыл черный нал. Понимаете, про что? Тем не менее, это не избавило их от желания найти тех, кто их кинул. Это и Вадим Киевский, и Сашка Расписной, еще Коля Борода. Такие ребятишки. Но сейчас их зовут уже иначе, понятное дело. Хорошо, я понял. А если я вам помогаю? Если вы нам помогаете, у нас будет с вами любовь и согласие. Вы нас больше не увидите. Мы просто ловим беглых. Копаться в преступлениях, тем более прошлых лет, это не наша забота. Вы не находите, что ситуация, она же неудобна всем. Хорошо. Мирза мне будет звонить сегодня. Я ему даю хорошую тему на большие деньги. Я рад, что мы договорились. Так, спецтранспорт организовал. Будет микроавтобус, надежный, бронированный. Надеюсь, у них нет гранатомета. Вот какие мысли. Вряд ли они затеют налет на Васильевском. Он в это время забит. Угу. Если мы перекрываем мосты, то они в капкане. Они же не дураки, все понимают. Пускай играют по нашим правилам игры. Произойдет все там, где мы решим. Тогда вот здесь, Петровский проспект. С этой стороны много офисов, а с этой стороны довольно-таки протяженный участок пустой дороги. Они должны это использовать. Да, и людей не поставим под угрозу. Тогда остается понять, кто сядет в машину. Но вам, понятное дело, нельзя. Они вас могли видеть. Да? По телеку. Ну, на пресс-конференции с Бородиным, так? Разрешите мне? Тебе нельзя, у тебя жена беременная. А по-моему, это не имеет никакого значения. А по-моему, имеет. А по-моему, тебя никто не спрашивал. Я думаю о Маше. А думать о Маше не твое дело. Слушайте, я вам не мешаю? И в самом деле. Без меня они тут все решают. Градов за руль, Звонарева кассир, Михаил Гургенович охранник. Я поеду с вами. Но... Никто меня не увидит. Готовьтесь. А по-моему, как по-твоему, никто не спрашивал. Знаешь что? Стой здесь. Алло. Это я. Здорово, Мирза. У меня есть для тебя тема. Завтра в 3. Почти миллион баксов. Ух,
Умеешь ты обломать. Ух, охрана пошла. Один человек. Плюс кассирша, плюс водитель. Деньги очень крутых москвичей. Они решили, что на них никто пасть не разинет. Будет инкассаторский микроавтобус. Повезут в офис на Петровский 10. Номер запиши. 4, 1, 2. Всегда мечтала о такой работе. Я разведчица в красивом костюме. Соблазняю мужчину с внешностью Джеймс Бонда. На деле получилось Вологда, зэки, полковник УФСИН с сомнительной репутацией. Как ты думаешь, у нас есть будущее? Надо подумать. Сволочь ты, Резников. Знаешь, я уже была замужем. Да? Угу. Выскочила за друга детства. И что? Прошло детство, завяла любовь? Его убили в командировке. Извини. Работал в конторе? Просто инженер, строил в Сербии завод. Ты ведь мне поможешь? Да. Мне нужно будет всего пару часов до того, как они к следователю попадут. Я очень тебя прошу, если я буду звонить генералу, грош мне цена. Посмотрим. Мужики, как же вы любите оставлять за собой последнее слово? Поехали ко мне. Я не могу, надо домой. Завтра сложный день, нужно выспаться. Девушка, посчитайте нас, пожалуйста. Кто? ФСБ. Привет. Привет. Я подумала, что теперь пришла моя очередь тебя накормить. Так. Где у нас нож, сковородка? Они тебе не понадобятся. Почему? Просрочено на 4 дня. Ты всегда смотришь на срок годности? А ты? Никогда. Ну что? Тогда я вызову такси. Подожди.
Я понял. Слушай, а с ней поедет другой дорогой? Значит, я все сделаю сам. Такси прицепилось. Рано говорить. Сейчас чуть прокатимся, потом свернем на набережную. Там посмотрим. Может, наружку надо было подключить? И те фрукты. Срубит, потом пиши пропало. Так что... Они действительно бронированные. Страшно. А мне нет. Молодцы. Все как надо. Будь готов. Всегда готов. Такси держится. Пропусти его. Вот теперь страшно. Ну что, доктор? Да. Повезло вам, молодой человек. Отделались трещиной. Дышать больно. Ну, больно, значит, живой. Ну, если бы не бронежилет, последствия были бы печальными. Мы сделали все, что могли. Я догадываюсь. И держите при себе обезболивающее. Мы новокаиновую блокадочку сделали, но действие ее не безгранично. Подскажите, где пятый кабинет? Прямо и направо. Стрелять тяжело будет? Какое стрелять? Нет, госпитализация не нужна. Но никакой стрельбы, молодой человек. Только покой. Угу. Поняли? Угу. Выздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Только покой, Градов. Понял? Господи. Здрасте. Маш, ничего страшного. Просто ребро. Ну все, контролер пришел. Я больше не волнуюсь. Вас машина отвезет. Спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, что ты сейчас отвечаешь за троих? Да понимаю я, понимаю. Иначе бы не надел бронежилет. Тихо. Нормально все, в порядке я. Все хорошо. Есть новости. Нашли тело таксиста. В багажнике. Точно. И еще. Пробили телефон, который обнаружили у Мирзы. Он оформлен... На имя того же покойного таксиста. Звонки? Ну, есть несколько звонков на один и тот же номер. Кто абонент? Тот же покойный таксист. Получается, это и есть телефон нашего второго беглеца. Что вы до Лаза, тело нашли? Тело не нашли. Скорее всего, его там просто нет. Плохо. Да ничего. Ничего. Главное, с Мирзой покончили. Компьютерщик. Найдем мы его. Компьютеры, они не убивают. Зачем ШУС начал стрелять в безнадежной ситуации? Что? Мирза был убит, он мог спокойно уходить. Зачем? И что это означает? Не знаю. Thanks.